Ну, вот работу мы проводили. Всегда просто вы знаете, что у нас и президент Российской Федерации издал федеральный закон о подготовке чемпионата мира по футболу. Для России это впервые будет проводиться чемпионат. Это очень значимое событие. В том числе даже и события для Екатеринбурга, как бы праздник, что в городе Екатеринбурге будут проводиться у нас такие мероприятия. Мы, конечно, уделяется особое внимание. Со всех уровней, со всех сторон, со всех руководителей, в том числе и первых лиц государства к данному направлению деятельности. Вы видите, что у нас еженедельно приезжают, в том числе и различные уровни проверки из субъекта федерации, в том числе и из правительства Российской Федерации, Министерства внутренних дел. Буквально только проверка у нас в декабре въехала. Проверяется, смотрит, как готовится город Екатеринбург к проведению мероприятий.